Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князева. Глядіть у гэтым выпуску. Лічбова економіка. Сьогодні у Гомелі обміркували реалізацію положення декрета номер 8. Датерміновое голосование стартовало. У регионе у первый день свой выбор зарабили 46 тысяч человек. Самое романтичное свято. У день Святого Валентина у Гомеля отбылося 38 церемоний регистрации шлюбу. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля обмерковали новые возможности реального сектора. Основную увагу надали реализации декрета президента Республики Беларусь об развитии личбовой экономики. Изменение подходов при подрыхтовце кадров, развитие автоматизации и новые финансовые инструменты. Олег Сентюров потекавился перспективами. Автомобили без водителей, банки без банковских работников и гандовые крамы без продавцов. Это уже не фантастика, это реальность. Покуль, правда, такие факты не вельми распространенные, але необходимо быть готовым до того, что хутка они станут массовыми. Распространщики декрета лечат, что недели про 5 годов наше житие изменится принципово. Лечбовые технологии выйдут на такой уровень, что необходимости у многих еще недавно запотребованных профессиях больше не будет. Нарада у Гомеля первая в своем роде. По сутности, это спроба реально уявить, что чекает громадство в ближайший час. По этой причине на посяджение запросили представников парка высоких технологий, промысловых предприемств, банковских установ и ведущих IT-компаний региона. Увогуле, тут покуль шмат пытанняў, якія патрабуюць своего вырашэння. Декрет прадугледжвае прыоритетное развитие каля 40 видов новых накірунку дзейнасці, шмат якія ў Беларусі покуль не існуюць. Что, дарэчы, мае на увазе довольно значная корректировки навучального процесса, причем не только у ВНУ. Уже зараз пропонована специальная программа программирования, якую школьники могут вывучать с другого класса, что у свою чергу дать магчимость уже с такого узросту починать подрыхтовку специалистов для работы у принципово новых экономичных реалиях. Во-первых, появится новые рынки, то есть это будут рынки беспилотного транспорта, это будут рынки умного земледелия. И поэтому здесь у нашей страны есть возможность создать, в связи с тем, что у нас очень хорошо развита IT-отрасль, мы можем именно не то что возглавить, но мы можем создать определенные производства, которые, которые будут участвовать на этих рынках. Второй вопрос. У нас сегодня цифровая экономика приведет к появлению новых цифровых продуктов. Цифровые продукты – это такие продукты, как программное обеспечение, это 3D-модели. То есть это все то, что у нас сегодня уже делают успешно программисты. Менавіта программисты станут бадай самыми запатрабаванными специалистами. Плюс этой профессии еще и у тем, что они могут выполнять свою работу с любой кропки света, у тем лику у составе международных корпораций. И еще одно питание, которое потребует принципово новых подходов – выкористание криптовалюты. Сегодня ее оборот дозволен амаль у 80 краинах света, хоть при этом есть и обмежевание, связанные у первую чергу с махчимыми финансовыми злочинствами. Во всяким разе у ближайший час отчинное предприемство разлики за поставленную те отрыманную продукцию у виртуальной валюте проводить не будут. Олег, это не значит, что ее махчимости не треба ведать. В целом перспектива есть. Нужно четко понимать, что криптовалюта – это одна из воплощений, одна из реализаций технологии блокчейн. А блокчейн – технология, как многие специалисты утверждают, очень перспективная. Иногда ее сравнивают, что иногда связывают возникновение блокчейна, изобретение технологии блокчейн там, с появлением интернета, то по масштабу, который он может оказать. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». А у Речицы сегодня обмерковали новые правила ведения бизнеса. Сегодня тут отбылся семинар с уделом областной рабочей группы. У ее составе представники структурных подразделений облвыканкама и областных служб. На встречу запросили предпринимальников из Брагинского, Лоевского, Хойницкого и Речицкого районов, а так само людей, которые только марят об властной справе. Задача специалистов – растлумачить нормы новых указов президента, накированных на развитие гандлю, громадского харчевания, агроэкотуризму и рамесной деятельности. Так само размова об документе, закликанным посприять поляпшению бизнес-климату, декрете номер 7. И он предугледживает кардинальное изменение механизмов взаимодействия державных органов и представников приватного сектора экономики. Мы проводим совещание для того, чтобы населению, предпринимателю, субъектам предпринимательской деятельности донести, что существует такой пакет нормативно-правовых актов, и для того, чтобы они были в курсе и, может быть, расширяли свое производство. Кто-то думает об открытии, но что-то ему не решается. Может, для того, чтобы эти новости его подтолкнули для открытия своего, как говорится, дела.
У Рэчыцы прайшоў першы семінар. У лютым і сакавіку абласная рабочая група наведае іншыя раёны в області. У першы дзень датэрміновага галасавання ўдзел у мясцовых выбарах прынялі каля 4,5% выбаршчыкаў Беларусі. Як паведамілі ў абласным выбаркаме, у нашым рэгіёне 13 лютага прагаласавалі 4,2% грамадзян, унесеных у спісы выбаршчыкаў. Гэта амаль 46 тысяч чалавек. Пры гэтым на ўчасткі ў Нараўлянскім раёне прыйшлі 9%, а ў Хойніцкім 8,5% ад агульнай колькасці выбаршчыкаў. Нагадаем, усяго ў спісы ўключна як 1 098 000 грамадзян. Датэрміновае галасаванне вядзецца на 981 участку з 1022. Яно будзе доўжыцца па 17 лютага ўключна. Участковыя камісіі працуюць з 10 да 14 і з 16 да 19 гадзін. І ў працяг тэмы. Урачыстае пасвячэнне маладых людзей у выбаршчыкі правялі ў Гомельскім дзяржаўным медыцынскім каледжы. Упершыню ўдзел у галасаванні прымуць 157 навучэнцаў. Дарэчы, у трох з іх дзень выбараў дэпутата ў мясцовыя саветы супадае з днём нараджэння. Пасвячэнне ў выбаршчыкі – традыцыйная акцыя, якая ладзіцца сумесна медкаледжам, дэпутацкім корпусам, гарадской арганізацыі БРСМ. Перадаць эстафету грамадзянскай сталасці і адказнасці і уступіць у шчыры дыялог з моладзю прыехаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Алег Леўшунов. Ён прапанаваў навучэнцам медкаледжа прыняць удзел у абмеркаванні самых актуальных пытанняў і тэм, што яны з энтузіазмам падтрымалі. Алег Леўшунов нагадаў моладзі пра гісторыю парламентарызму, пра этапы развіцця і станаўлення Беларусі як незалежнай дзяржавы. Абмеркавалі падчас размовы асноўныя патрэбы сучаснай моладзі, іх погляд на навакольны свет і будучыню сваёй краіны. Алег Леўшунов яшчэ раз нагадаў, што цяпер гэтая будучыня напрамую залежыць ад кожнага, ад іх зробленага выбару. Пользуясь такой возможностью, я хотел бы пригласить принять участие в такой важной кампании выборы депутатов местных советов, потому что это те люди, на которых мы будем надеяться, которые будут решать наши вопросы, решать в органах местной власти, доносить те вопросы, которые волнуют общество. И понятно, что это должны быть люди избранные, инициативные, образованные, внимательные к людям и к их чаяниям. И приглашаю 18 февраля прийти на избирательный участок и сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата. Падчас правядзення акцыі навучэнцы Гомельскага каледжа таксама атрымалі памятныя падарункі. Сёння Гомель наведалі прадстаўнікі Міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа. Яны прыбылі з мэтай правесці маніторынг праводзімых у рэгіёне ініцыятыў для ўкраінскіх перасяленцаў. Пілотны праект стартаваў у чэрвені мінулага года. Ён накіраваны на дапамогу ў адкрыцці ўласнай справы альбо пашырэнні ўжо дзеючага бізнесу. Такой магчымасцю скарысталася ўжо каля 60 сем'яў. Самыя запатрабаваныя сферы паслуг, гандлю і рамесніцтва, а ў сельскай мясцовасці жывёлагадоўля і земляробства. На кожны праект накіроўваецца 800 еўра. Яны выдаткоўваюцца на набыццё неабходнага абсталявання і пры неабходнасці аплаты навучання ў галіне прапануемай дзейнасці. Эти люди самі имеют возможность зарабатывать деньги и кормить свою семью. Ранее на протяжении нескольких лет мы выделяли ваучеры для того, чтобы поддерживать семьи украинских переселенцев. Сейчас это новый этап для того, чтобы они могли не ждать помощи от кого-то, а сами зарабатывать себе на жизнь и таким образом свою семью поддерживать. Что касается выбора получателей наших проектов, то это делается совместно с Белорусским обществом Красного Креста в городе Гомеле, в Гомельской области. И мы должны понимать, что речь идет не только о самых уязвимых категориях, но и также о тех, кто является опытным, у кого есть опыт в данном виде бизнеса, и тот, чей бизнес более или менее экономически в будущем будет эффективен. Соответственно, вот эти три критерия и учитываются. 15 лютага ў рэгіёне пройдуць мерапрыемствы, прысвечаныя 29-й гадавіне з дня вываду войскаў з Афганістана. Сёння ў Гомельскай вобласці пражывае больш як 3,5 тысячы ветэранаў гэтай вайны. На працягу года ім аказваецца усебаковая падтрымка, і не толькі матэрыяльная. Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый падзяляюць боль з тымі, хто страціў на гэтай вайне сваіх блізкіх, а таксама падтрымліваюць ветэранаў. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў.
Допомогу і підтримку воїнам-афганцам, а особливо тим, хто став інвалідом у виніку ранення, Гомельське обласне відділення Білоруського фонду міру оказує постійно. Але ж особлива їм увага на напередодні чергової годовини з дня виводу війська з Афганістана. Представники громадського об'єднання навідали гомельчанина Геннадія Горбачова, який у виніку ранення став інвалідом першої групи. Ми оказуємо таку небольшу матеріальну допомогу, ну, в пределах от по старому мільйону. Если говорить так, вот раньше мы было 11 человек, сейчас в области осталось всего лишь 4. Два в Гомеле, в Мозыре и в Светлогорске. Пусть это небольшая будет помощь, но это немножечко как-то их воодушевить. Мы, конечно, и высказываем слова благодарности за то, что они выполняли свой интернациональный долг. Вот. Немножечко, конечно, им поднимаем настроение. Сьогодні миротворцы організували тематичне мероприємство у середній школі номер 27 города Гомеля. Тут відбувся урок миру, мужності і патріотизму. Афганістан – наша пам'ять і боль, присвячений Дню пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. За маль 30 тисяч білорусів, які воювали на афганській землі, додому не вернувся 771 чоловік, більше як 120 з їх уродженців Гомельської області. Кранальними піснями, віршами і монологами навученці школи миру ушанували память загинувших. Кветками, добрыми словами и пожаданиями яны выказали свою глубокую повагу тем, кто выстоял и вернулся. Сегодня у Гомельской области проживает около 3800 воинов-интернационалистов, которые принимали удел у локальных военных конфликтах за межами нашей родимы. Около 3600 из них – это ветераны войны у Афганистане. Яны и сегодня не сидят на месте и мкнутся активно удельничать у патриотичном выховании подрастающего поколения. И, как показывает житё, робять гэта зусім не дарма. Это мероприятие напоминает о боли военных, о потере друзей. Мы это все знаем. И хоть прошло уже 29 лет со дня войны, мы чтим память, мы каждый год не забываем. У меня, например, близкий человек, родственник, можно сказать, тоже воевал в Афгане. Всегда было интересно с ним поговорить на эту тему, узнать, каково это было, поддержать его тоже. И очень приятно, ну, всем ветеранам общаться с ними. Мероприемство, присвященное 29-й годовине с дня выводу войска из Афганистана, у Гомеля пройдут завтра. А поудне у храме Иверской иконы Божьей Мати отбудутся на боженстве с поминанием загинувших. На 13 годин запланованы митинг-реквием с ускладанием кветок до мемориала памяти воинов-интернационалистов у Любинском микрорайоне. А 16-й године у городском центре культуры отбудется концерт. Вероника Ворошилина, Татьяна Болгова, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель». Сьогодні означається саме романтичне свято – День Святого Валентина. Кожен імкнеться зробити для своєї другої половинки щось особливе. Оригінально признаються один одному кохання, дарують приємні подарунки і валентинки. А хтось увогуле йде на серйозний крок і вирішає ожаніться. У Гомелі гэта сьогодні зробили 38 закоханих пар. 11 церемоній відбулися у Домі громадянських обрядів. Серед жадаючих зв'язати себе вузами шлюбу менавіта у День Святого Валентина – Євгенія і Артем Тимошенко. Разом яны уже 7 годов. По меркаванні молодых, регистрация у День закоханных умацуе их шлюб. Однако для полноты семейного счастья яны обяцают николи не забывать и про належное ставнение один до одного. Как бы, наверное, по дате мы выбрали, потому что это День влюбленных, прежде всего. Мы все-таки не заморачиваемся. Мы, опять же говорю, уже 7 лет вместе, поэтому друг друга знаем. Я думаю, что от дня это не зависит. Любовь само собой, но без уважения и доверия, без поддержки друг друга, взаимопонимания все равно любовь долго не протянет, если скажем так. Да, честно с друг другом быть надо тоже. «Лавмабіль» курсировал сегодня по Гомелі. Центр моды «Хрустальная нимфа» віншаваў горожан с днем усіх закаханных. Анёлы уже не первый год з'являються на улицах Гомеля 14 лютого. И на гэты раз яны шукали по городе самые романтичные пары. Віншавали их со святом и дарили подарунки. Так само анёлы просили гомельшан поделиться секретом кахання ці романтичной історії життя. Тих, у кого отрымлівалася их уразить, чакав сюрприз – ювелирный выраб. Центр моды красоты «Хрустальная нимфа» дарит подарок жителям города Гомеля такой замечательной акции, как «Лавмобиль». Ангелы дарят ювелирные украшения, также косметические средства. Делаем этот день ярче, счастливее и красивее.
Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvargomi.by. Далей у эфіры дэ-факта і спартыўны агляд. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Случайный прохожий спас 10-летнюю девочку, которая провалилась в полынью на водоеме в Новобелецком районе Гомеля. Мужчина в полдень вышел из дому, чтобы прогуляться по свежему воздуху. Проходя вдоль озера, услышал крики о помощи. Обернувшись, он увидел двух девочек, стоящих на льду, а третья в нескольких метрах от них пыталась выбраться из полыни. Дети не осмелились набрать номер службы спасения, боясь предстоящего разговора с родителями. Мужчина поспешил к полынье, потребовав немедленно позвонить в скорую помощь и спасателям. Мужчина попытался ползти по льду, но у него не получилось, потому что его лед тоже не выдерживал. Поэтому, раздевшись, он стал проламывать себе путь руками, ломая лед. Добрался до девочки, транспортировал ее на берег. В это время ее подружки позвонили по телефонам экстренной помощи. И экстренно прибыли различные службы экстренной помощи. Спасатели сообщили, в том числе и прибежавшей к озеру маме девочки, что глубина этого водоема от 1 до 2 метров. И если бы не помощь мужчины, последствия могли бы быть трагическими. В настоящее время спасенная девочка чувствует себя удовлетворительно, а ее жизни ничего не угрожает. В Житковичском районе сотрудник милиции, заступивший на охрану общественного порядка на избирательном участке, помог раскрыть хищение 200 килограммов муки с молочно-товарной фермы. Когда комиссия в деревне Рудни закончила работу, милиционер периодически выходил на улицу, чтобы осмотреть периметр вокруг здания местного клуба. Очередным поводом для проверки послужил лай собак. Обойдя здание, милиционер увидел старенькую Audi 80, которая тянула за собой пустую гужевую повозку. Автопоезд направлялся в сторону склада Суб-Колинская. Прибывшие по сообщению милиционера сотрудники ГАИ остановили немецко-белорусский тандем из авто и повозки на выезде из деревни. Водитель, не имеющий при себе прав, не стал отрицать, что везет 8 мешков муки, которые забрал из сарая сестры. В ходе проверки было установлено, что данная похищенная мука находилась на молочно-товарной ферме. Работница предприятия получала ее для кормления скота и часть муки отсыпала в свои закрома. Затем мешки переносила к родственнице и складировала в сарае. Вечером позвонила брату и попросила перевезти похищенную муку к себе домой. Учитывая, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за кражу молока, к ней будет применена более суровая санкция статьи за повторное хищение. Одна предусматривает наложение штрафа до 20 базовых величин, либо административный арест до 15 суток. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я, Руслан Габрилев, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге состоялись очередные матчи. Из представителей нашего региона очки набрал только Гомель. Рыси на выезде обыграли «Динамо Молодечно» 1-3. В составе Гомеля точные броски на свой счет записали Брахманис, Мусиенко и Сусла. Динамовцы ответили голом Васильчука. Жлобинский «Металлург» также в гостях уступил солигорскому «Шахтеру» 4-2. В составе «Столиваров» забросили Дашков и Вергунов. Победу горнякам обеспечили точные выстрелы Демкова, Камбовича, на его счету 2 гола, и Кулакова. Столичная «Юность» на своем льду уступила гродненскому «Неману». Эта победа позволила гродненской команде уйти в небольшой очковый отрыв. У Гомеля, Шахтера и «Юности» одинаковое количество баллов. Правда, у команды Михаила Захарова один матч в запасе. Главные разборки в четверке лидеров еще впереди. «Металлург» выше 6-го места уже не поднимется. В Гомеле сегодня стартовал областной этап республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы президентского спортивного клуба в дивизионе «Б». Участие принимают ребята в возрасте от 12 до 14 лет. Всего 16 команд. В дивизионе «Б» играют сборные городов и районов, где нет спортивных сооружений с искусственным льдом. Самое главное и важное, что уже на протяжении не первого года мы делаем так, чтобы каждый район Гомельской области принимал участие. И то, что сегодня в младшей группе, так же, как и в старшей группе, приехали абсолютно все регионы, это говорит о том, что хоккей в этих районах,
района Гомельской области любят и уважают, и хотят играть. После учебно-тренировочного сбора в Гомеле команда победителя областного этапа соревнований отправится в Минск на республиканский финал «Золотой шайбы». Лучшие юные борцы вольного стиля со всей Беларуси будут соревноваться в Гомеле. Первенство страны среди атлетов 2001-2002 годов рождения стартуют завтра. Проходить соревнования будут во дворце легкой атлетики. 15 и 16 февраля на ковры будут выходить юноши. 17 февраля за награды поборются девушки. Гомельскую область на турнире представят победители регионального первенства, которое состоялось 2 неделями ранее. На кону республиканского первенства не только медаль, но и место в сборной Белоруссии, путевки на континентальные и мировые чемпионаты. Первенство Европы, к слову, пройдет уже в апреле. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».